Так, молочко нагрелось. Температура у нас 68 градусов. Включаю мешалку и завожу таймер на 10 минут выдержки. Время пошло. Итак, мы провели пастеризацию молока. Сейчас я уберу мешалку и через 10 минут выдержки молочко начну охлаждать. А что же за сыр мы сегодня с вами варим, спросите вы? А мы сегодня с вами делаем очень интересный рецепт. Мы будем делать вытяжной сыр, проволоне. Совсем недавно, буквально на днях, у меня вышло видео про вытяжные сыры. И вы спросите, опять вытяжные сыры? Опять по той причине, что сегодня мы с вами рассмотрим такую эконом-методику, скажем, эконом-рецепт. У меня на канале есть рецепт моцареллы, где кислотность молока мы достигаем с помощью лимонной кислоты. Последний рецепт, где классическим способом мы достигали кислотность при помощи закваски. А кто не смотрел предыдущее видео по вытяжным сырам, настоятельно рекомендую посмотреть хотя бы ту его часть, где я коснулась теории вытяжения сыров, то есть что нам нужно достичь, каких показателей нашего сыра, для того, чтобы сырное тесто у нас начало успешно тянуться. Если кратко, то нам нужно добиться нужной кислотности сырного теста, при которой казеиново-кальциевые связи у нас ослабнут, и мы сможем казеиновые нити между собой смещать, тем самым вытягивая сырное тесто. Обычно вот эта технология классическая, она очень многих отпугивает тем, что набор кислотности может занять достаточно продолжительное время. То есть это может быть от нескольких часов до практически чуть ли не целых суток. Зависит от используемых заквасок и массы самых других всех условий сопутствующих, которые в комплексе представляют из себя создание условий, парниковые условия назовем их, да, которые благоприятны для работы используемых термофильных культур, для того, чтобы быстрее происходил набор кислотности. Что такое вообще набор кислотности с использованием заквасочных культур? Это когда наши культуры начинают работать в сырной массе, перерабатывая лактозу и выделяя кислоту и углекислый газ. То есть кислотность идет путем переработки лактозы в кислоту. Мы можем этот процесс ускорить путем добавления лимонной кислоты. То есть мы создадим нужную кислотность, грубо говоря, искусственным способом. В чем же недостаток способа, скажете, с лимонной кислотой? Зачем нам вообще использовать культуры, если мы можем просто добавить лимонку и получить уже готовое к вытяжению сырное тесто? Ну, специфика здесь такая, если вы смотрели рецепт моцареллы на лимонной кислоте у меня, данный сыр, полученный в результате этого ускоренного метода, он не подлежит выдержке, то есть он короткого срока хранения. И он имеет достаточно примитивные вкусовые характеристики. Если же мы хотим получить сыр, который бы отвечал сразу двум нашим запросам, а именно мог бы вызревать, приобретая правильные вкусовые и ароматические свойства, что достигается за счет закваски, но при этом сократить свое время на ожидание достижения сырной массы и правильной кислотности, мы можем эти два метода совместить, что мы сегодня с вами и будем делать. То есть мы будем использовать и лимонную кислоту, и закваски. Норма внесения лимонной кислоты у нас на 5 литров 7 грамм. У меня сегодня 20 литров, то есть я буду вносить 28 грамм. Вот я уже отмерила лимонную кислоту. Мы ее с вами заранее растворим, чтобы она у нас уже стояла приготовленная. Молоко я рекомендую настоятельно пастеризовать, несмотря на то, что сыры паста филата у нас в дальнейшем при плавлении сырное тесто проходит достаточно высокотемпературную обработку, а именно температура в районе 80 градусов, плюс-минус 5 градусов. Тем не менее, для того, чтобы в сыре все-таки большинство, скажем так, болезнетворных бактерий уничтожить, я настоятельно советую, особенно если сыры вы делаете на продажу, или пусть даже не на продажу, но планируете кого-то угощать ими, обязательно молоко пастеризовать. В чем здесь проблема возникает? В плане сыров паста филата, пастеризации молока в домашних условиях, вот при этом смешанном способе. Проблема здесь будет в том, что лимонную кислоту мы должны вносить в молоко температурой не выше 15, а лучше 14 градусов. В идеале это где-то 10-11 градусов. В противном случае, если молоко ваше будет более теплое, оно может свернуться при внесении кислоты. Ну, вы все знаете, как делаются сыры термокислотной коагуляции, где как раз-таки мы вносим кислоту в нагретое молоко и получаем вот именно эффект сворачивания молочного белка. В данном случае нам сворачивание ранее не нужно. Нам сворачивание белка будем достигать посредством использования фермента. Все остальные процессы... Да, я не договорил, значит, в чем проблема. А проблема в том, что в домашних условиях, если охлаждение молока вы производите путем вашей водопроводной воды, пропускания ее по чиллеру или использования ее в сыроварне, либо наливая ее в таз и опуская туда кастрюлю, как правило, температура в водопроводе, она выше. Она в районе 20 градусов, может быть, чуть ниже. То представляет трудность, как охладить молоко сильнее. Заранее необходимо приготовить лед.
вот, я сегодня это покажу. То есть я начну охлаждение молока вот по истечении 10 минут, которые мы сейчас с вами установили для выдержки. Я начну с помощью водопроводной воды. Когда температура у меня достигнет 24 градусов, а именно такая температура у меня в водопроводе, я ее замерила предварительно, я перейду на охлаждение с помощью воды с добавлением льда. Итак, последовательность действий наших. Конечно же, в связи с тем, что мы молоко пастеризовали, мы должны будем использовать с вами хлористый кальций для восстановления кальция. Иначе у нас не встанет сгусток. Вы скажете, ну мы же как раз будем добиваться того, чтобы у нас кальциевые связи затем ослабли. Одно на другое в данном случае не влияет. Если мы не добавим кальций, мы не получим колье. То есть мы не получим гель, мы не получим сгусток. То есть то, что нужно нам в основе, а именно отделить сырный белок от сыворотки, без хлористого кальция у нас не получится. Значит, мы сначала пастеризуем, затем охлаждаем до температуры ниже 14 градусов. Хлористый кальций вносим. Хлористый кальций, кстати, можете внести в процессе охлаждения. То есть охладится у вас ниже 40 градусов молоко, уже можно внести хлористый кальций под работу мешалок. Охладилось у вас молоко ниже 14 градусов, тоненькой-тоненькой струечкой будем вносить лимонную кислоту. Затем мы доводим молоко до температуры работы закваса. Вот такая вот у нас гармонь получается. Нагрели, охладили, нагрели, охладили. А куда деваться? Такова технология. То есть затем нагреваем до температуры 38 градусов, поскольку использовать мы будем термофильную закваску, термофильный стрептокок. Охладим, нагреем, внесем закваску и оставим, как обычно, при всех сырах, молоко для работы закваски ориентировочно на 40-60 минут. После чего также будем вносить фермент по дозировке, указанной производителем, и ждать образования сгустка. Ну, все эти этапы мы сейчас с вами вместе пройдем. Я постараюсь это видео сделать покороче, не такое длинное, как у меня обычно получается. Но сразу вам скажу, что очень трудно делать короткие видео, если я снимаю вам подробно весь процесс. Заранее извиняюсь за ваше потраченное время. Как-то вот сложно, по-другому у меня плохо получается. Так, лимонная кислота, хлористый кальций подготовили. Сейчас прозвонит будильничек, пойдем охлаждать молоко. Так, вот смотрите. 40 уже градусов у нас температура. Я вношу молочко, хлористый кальций под мешалку. Пока продолжается охлаждение. И я на этой стадии еще отливаю себе 2 литра молока отдельно, на котором я себе ставлю йогурт. Так, у меня температура молока достигла на охлаждение. Вот видите, сейчас у меня идет через водопровод охлаждение. Я не могу весь процесс снять, потому что мне пришлось бы звать оператора. Я вам снимаю сама, значит, в ведро с водой. Ну, кто смотрел у меня видео про пастеризацию, тот знает, что я использую также вот такой способ. То есть там у меня лежит вот такая помпа маленькая, аквариумная. И сейчас я делаю следующее. Отключаю воду, подачу из водопровода. Отсоединяю от крана шланг. Хомутик мне будет мешаться. Надо его снять. Теперь я его подсоединяю к насосу помпы. Вот таким образом. И включаю помпу, а также включаю сюда потихонечку холодную воду. Видите, у меня здесь лед. Я лед, кстати, все время держу вот такие у меня вот контейнеры из-под селедки. Морозилка один на один, очень удобно они стоят. Все, у нас пошло теперь охлаждение со льдом, потому что ниже 24 с помощью водопроводной воды, которая у меня 24 градуса, охладить мне не удастся. А лед сейчас поможет нам охладить молоко до более низкой температуры. Так, ну как не бьюсь, вот у меня, видите, лед весь растаял, а вода у меня 19 градусов. Здесь у меня охладилось до 17, включаю. Охлаждение уже оно бессмысленно. Будем с вами пробовать вносить закваску при этой температуре. Есть риск, высоковато. Включаю мешалочку активно. И будем вносить очень-очень тоненькой струечкой по капелюшечке, потому что температура у нас нехорошая. Тоже можете с этим столкнуться, поэтому я для вас это и делаю, чтобы вы видели, что в принципе это возможно. Как видите, пока ничего у нас не сворачивается. Понемножечку, аккуратненько, при активном перемешивании. Зимой, конечно, все будет гораздо проще, когда вода в водопроводе станет более холодная. Но проверяем, смотрим. Чуть-чуть, видите, небольшие крупинки есть. Продолжаем, что делать. Так, всю лимонную кислоту ввели. Что мы имеем? Все-таки чуть-чуть, немножко крупинки у нас в молоке появились. Но, тем не менее, нам нужно нагреть молоко сейчас до температуры внесения закваски. Я ставлю постепенный нагрев, включаю мешалку и греем молочко до 38 градусов. Я приготовила закваски. Сегодня буду использовать вот такую закваску. STI-12, термофильная закваска, специально для сыров типа паста филата. Можете использовать любую другую термофильную закваску с термофильным стриптококком. Итак, друзья, молоко у нас почти нагрелось, уже 37 градусов. Смотрите, никаких крупинок в нем нету. Ну и вносим заквасочку. Мне нужно внести примерно половину этого пакетика. Вносим поверху, как все закваски прямого внесения. Вносим, оставляем на 3 минуты, чтобы закваска у нас набрала влагу и не скомковалась при перемешивании. Тщательно перемешиваем по всему объему молока.
и оставляем закваски поработать от 40 до 60 минут. Накрываем кастрюлю крышечкой, чтобы у нас поддерживалась температура на протяжении всего этого времени. По истечении времени тоненькой струечкой носим фермент при постоянном перемешивании. Фермент разводим в воде, и жидкий, и сухой тем более. И перемешиваем по всему объему молока. Тщательно перемешали, после чего молоко останавливаем, успокаиваем и оставляем до образования плотного сгустка. Также накрываем крышечкой и устанавливаем таймер. Я обычно ставлю ориентировочно 35 минут. Через 35 минут проверяю сгусток на чистое отделение. Сгусток нарезали, проводим дорез, делаем постановку зерна. Возвращаю наш термометр. Можете видеть, что сыворотка у нас очень хорошо отделяется. Как только произвели постановку зерна, можем начать вымешивание с постепенным подогревом до 40 градусов. Так, я поставлю мешалку в данном случае. Обратите внимание, что когда мы делали с вами сыры вытяжные с мягкой консистенцией, типа моцареллы и сулугуни, мы длительного вымешивания не производили. Здесь мы тоже длительное вымешивание производить не будем. Но проволоны более плотный сыр, который делается с выдержкой. У меня будет выдержка 2 месяца. Сейчас у нас конец октября, значит, сыр должен быть у меня готов к концу декабря, то бишь к Новому году. Нагреваем до 40 градусов. В это время подготовим формочки, в которых будем формовать наш сыр. Итак, у нас температура достигнута, и оставляю вымешивание еще минут на 15 для лучшего отделения сыворотки из зерна, после чего будем сыр формовать. Ну, я выключаю запись, тут как бы все понятно. Смотрим готовность зерна. Зерно у нас хорошо округлилось, можете видеть, вот такое у нас зерно. Начинаем формовать. И так у нас получилось 1, 2, 3, 4, 3, 7 форм. Вставляем сыры самопрессолат. Примерно через 5 минут мы их перевернем. Так, первые, которые формовали, уже можно перевернуть. Опять же вот так накреняем форму на бок, чтобы вот здесь по краю у нас зерно отошло. И переворачиваем. Видите, только что сформовали, а уже можем перевернуть. То есть этот процесс, когда зерно у нас теплое, то сырок очень быстро склеивается с зерном. Практически 2-3 минуты, и уже у нас сырочек готов. Ну, готов как? Готова его форма. Видите, что сверху даже зерна отваливаются, а снизу уже все в порядке. Все, сейчас переворачиваем, сливаем из поддона в сыворотку и оставляем на полчасика наши сыры самопрессоваться, пока я запись прекращаю. Хотите посмотреть, какая у нас кислотность сразу после формования при таком способе? Итак, температура у нас сейчас 37 у зерна, а вот кислотность еще высоковата, 5,7. Видно? Все, ждем, когда она у нас дойдет до нужной. Итак, я сделала тест на плавление. Растяжение прекрасное было, ну сейчас увидите сами. Одну головку буду на 4 части разрезать и из каждой части делать одну проволошечку. Где-то 250 грамм он получится. Я вам просто показала, что я отвешиваю. Значит, беру на первый наш сырочек, на большой. Форма сама холодная, поэтому ей нужно время будет. Сейчас вода быстро остынет у нас. Воду я немного подсолила, не сильно. Сыр потом буду солить в рассоле. В районе 4 часов после того, как я сыр сварила. То есть сразу у меня дело не пошло. Ну, я вам показывала, какая была кислотность. То есть сразу все не получилось. Разминаем вот так все комочки. Посмотрим. Ну, вот. Вроде комков никаких не наблюдается. Видите, тянется все прекрасно у нас. Еще чуть-чуть разогрею. Видно, что только-только вошли в нужную кислотность. У меня в кухне холодно, сыр стоял у меня просто на столе.
Так, ну вообще, в принципе, я вам показала, в принципе. Наверное, не буду больше занимать ваше драгоценное внимание. То есть все как в предыдущем моем видео по вытяжным сырам. Плавим, затем тянем и формуем. Все просто. Подливаем периодически горячую водичку. Или если плавите в сыворотке, значит горячую сыворотку. Сыворотку, напомню, нужно брать только после того, как вы с ней сделаете рикотту. В противном случае она будет, комочки рикотты будут прилипать на вашу пасту филату, и она у вас гладенькая не получится. Я предпочитаю топить сыр в воде. Размяли, собираем в комок, продолжаем разминать. Сразу будете видеть по состоянию сыра, если у вас вода остыла, как у меня сейчас. Или можете положить сюда. Термометр я просто не хочу, ванночку маленькую взяла. Он будет мне тут мешать работать с массой. Вот. Видите, горяченького подлили, сразу стало плавиться веселее. Перец у меня крупномолотый. Такой перец специально продается в сырных магазинах. Перец для сыра. Такой можете сделать сами. Просто не мелко помолоть перец горошек. Совсем немножко добавляю и того, и того. Похож на шампиньончик. Такая как большая моцарелла. Все остатки, хвостики можете превращать в клубочки. Поскольку уже в общей массе они несколько отличаются по растяжимости, по пластичности своей, значит, берите и мотайте их, тяните их в веревочку и мотайте из них клубочки. Такой миленький клубочек у нас получился из хвостика. В холодную воду его. Так, ну покажу вам результаты моего пастофилатства. Вот они висят, проволонки, мандаринки.
кочековалки пока плавают еще в рассоле. А тут много висит, вон еще малыши там. Видите, вот такие. В общем, обсыхают. Сейчас покажу в рассоле. Вот в рассольчике тут такие ребята. Вот видите, какие большие. Вот такие кочековалки. Вот, а здесь поменьше. Промовончики. Вот такие малыши. Тоже скоро пойдут в холодильник на обсушку. Прошло 2 дня. Сырочки у нас покрылись корочкой. Не везде мне удалось их удачно подвесить. То есть на некоторых есть вот следы прикосновения к... Ну, то есть еще и недосохшие. Но поскольку мы сейчас будем их немножечко окрашивать, то это не критично в данный момент. Апельсинки буду красить отдельно, пока их отставлю в сторонку. Мандаринки, то есть. Итак, сейчас экспериментальным путем. Здесь у меня литр примерно воды. Я добавила соль. Так, на глаз добавил. И 30 капель аната. Сейчас будем смотреть по цвету. То есть я взяла вот такие всякие... Я это браком не называю, но то, на чем можно пробовать. Назовем это так. Значит, опускаем. Естественно, 5 секунд это у нас не окрасится. Поэтому... Держу чуть подольше. Можно покрывать кисточкой. Вот, например, у меня есть вот большой, который в банку точно не пролезет. Его я, скорее всего, буду покрывать кисточкой. И здесь нам яркая сильно корка не нужна. То есть нам нужно чуть-чуть подкрасить совсем. Ну, думаю, для лучшей интенсивности еще 10 капель добавлю. То есть, чтобы получить такую, ну, на вид натуральную корочку. 7, 8, 9, 10. Так-то в банке уже выглядят прям красивыми. Ну, вот чуть-чуть уже даже корочка сжелтилась. В принципе, это нормально. Тут она нам как бы сильно яркая и не нужна. Вот видите, этот уже приобрел такой приятный цвет. То есть можно по сравнению видеть, что он стал более желтым. Этот тоже туда же. Ну и она-то походу нам нужно будет по чуть-чуть добавлять, чтобы он же будет впитываться. Сыр, тем самым интенсивность раствора будет падать. Вот, например, возьму шпажку, чтобы потом не охотиться, не вылавливать. Вот, даже 2 штучки. Вот таким образом. И чуть-чуть подержим в нашем растворе. Для просушки потом я приготовила такую конструкцию. Ну, кто смотрит часто мой канал, знают, это ведро для бумаги. Я в нем наделала дырок. Я его использую, когда отвешиваю творожные сыры. Я на него взяла вот такую решетку и за нее буду крючками цеплять и подвешивать. То есть вот сейчас сырочек, допустим, я достаю крючочком, его зацепляю. Я считаю, что достаточно он пожелтился. И сюда его к решетке привешиваю, чтобы он обсох. То есть здесь мы создаем корочку, которая будет выглядеть натурально. Не стремимся, чтобы она стала прямо у нас насыщенного такого цвета. Нас вполне устроит слегка желтоватый такой натуральный цвет. Ну вот, видно вам, да, вот там они у меня висят над ведром. И туда могут капать. Под ведро я поднос поставила, поскольку оно с дырочками. Так, там у нас еще клубочек лежит. Вытаскиваем. И сюда вынимаем. Понятно, да, что после просушки, смотрите, вот он насколько стал ярче. То есть он получился такой, будет иметь подкопчевненький вид. Следующий. Оставляю пока. Ну и так постепенно буду со всеми поступать. Когда дойдем до мандаринок, я вам покажу. И покажу, конечно, конечный результат. Пока у меня очередные тут плавают, я так вот периодически их шевелю в баночке. А вот этот большой, который в банку у меня не лезет, я развела чуть-чуть аната в воде. И вот этот я буду покрывать кисточкой. То есть, если вы не хотите много аната тратить и разводить прямо в банке, то можете поступить вот таким образом. То есть покрыть просто кисточкой. Так красиво текстуру проявляет нашего сыра. Кисточкой можно посмотреть результат, например, на следующий день, когда у вас сыр повисит в холодильнике, хорошо просохнет. Если вас результат не устроит, вы можете эту процедуру повторять сколько угодно раз. То есть добиваясь желаемого результата. Он у меня тяжеленький, его на большую скрипочку. Что он у меня слишком большой. Слава богу, он у меня такой большой один. Кочековалка.
Хотя вам видно, да? Вот висят срочки. Обсыхают. Использую обычные канцелярские скрепки. Видите, какой он яркий стал. Вот по сравнению. Можно видеть, когда высохнет, он станет еще ярче. То есть вот эти тоже может быть любой сыр, если вы хотите, чтобы его корочка выглядела более аппетитно. Ну, он, во-первых, когда высохнет, он и сам станет темнее. Но если вам хочется, чтобы у него был такой слегка, типа, подкопченый вид, то вы можете его вот так дополнительно прокрасить. Если хотите, чтобы у него еще и аромат был подкопченый, можете использовать жидкий дым. Только аккуратно, не переборщите. Концентрацию я вам сказать, к сожалению, не могу, потому что я таких вещей не практикую. У меня есть коптильня холодного копчения, и если я хочу сыр подкоптить, я просто ей пользуюсь. Но если у вас такого нету, то вы можете создать аромат копчения при помощи жидкого или сухого дыма. Сухой дым можно добавлять даже в тело сыра во время формования. Сырное тесто. Это такой порошочек, он продается в тех же колбасно-сырных маркетах, где мы все покупаем для сыроделия. Если вам этого хочется, можете приобрести и использовать. Руки, конечно, потом отмыть будет очень трудно, поэтому лучше работайте в перчатках. При этом вот контрастная корочка, да, почему мы не красим тесто непосредственно, что мы вполне могли сделать, добавляя аната. Вот. У нас будет очень красивый контраст при разрезании этих сыров, то есть у них корочка будет контрастировать с разрезом, белым разрезом. Для мандаринок, ну, во-первых, мы их тоже можем красить. Вот в этом я хочу добавить немножко красного. Это красный краситель для сыра. Так, поскольку его сложно будет дозировать, я вот так сделаю, прям немножечко для яркости. Все-таки у нас апельсинки, они не желтые, а такие оранжевые. Поэтому немножко красного нам не повредит. Так, беру вот такую самую не очень удачную мандаринку и пробуем покрыть ее просто кисточкой. Видите, почему я говорю неудачная, что очень неровно, не удалось мне хорошо загладить тесто в процессе формования. И на нем видны вот эти все неровности. Для интенсивного цвета придется это сделать несколько раз. Только не оставляйте лежать вот так в луже, иначе у вас появится пятно, которое потом вы не сможете перекрыть. Прямо тут повешу. Крашу я заборы. В общем, такое увлекательное занятие, занимающее немало времени. Ну все, вот срочки все висят пока. Отправляю в банку. А потом займусь мандаринками. Я, пожалуй, чтобы ускорить, все-таки в банке чуть повышу концентрацию аната и буду мандаринки тоже так же красить за несколько приемов, потому что кисточкой это очень муторно.